Не секрет, в последнее время цены растут во всем мире. Страны по-разному на это реагируют. В Беларуси по-прежнему действует социальная скидка в 10%. Воспользоваться дисконтом могут пенсионеры, инвалиды, многодетные, малообеспеченные, а также те, кто получает ежемесячное пособие. Это практически треть беларусов. Ее получить можно, придя к нам в магазин, обратиться к старшему кассиру, взяв с собой документы, если это пенсионер, свой пенсионный и паспорт. Если это многодетная семья, необходимо также паспорт и свидетельство, что это многодетная семья, либо инвалид Великой Отечественной войны. Спрос рождает предложение. Соглашение подписали более десятка торговых сетей. Не исключено, что список неравнодушных еще пополнится. Такие крупные ритейлеры, как Евроопт, Санта, Алми, Копеечка, не остались в стороне. За время действия договора нуждающимся покупателям выдано более 1,5 миллиона дисконтных карт. Размер общей скидки превысил 41 миллион. Для меня, например, важно, потому что я пенсионер, для меня это, конечно, тоже деньги. Ну, во всем, вот. Все, что покупаю, только со скидкой получается в основном. Конечно, экономия. Ну вот каждый раз покупаю что-то где-то рубль, около 2 даже бывает, что вот сыр, масло, молоко. И получается где-то около 2 рублей даже скидка, 1,5 рубля. Конечно, выгодно. Список всего необходимого довольно внушительный. Мясные изделия, яйца, мука, молочная продукция, различные крупы, макароны, овощи и фрукты. Сюда же входит и детское питание. Важный нюанс – сумма покупок в чеке одной сети не должна превышать размера бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день эта цифра почти 368 рублей. На распродаже социальная скидка также не распространяется. Чаще всего берут крупы, молочную продукцию, овощи. Яйцо. Хорошая помощь государству, семьям, которые социально уязвимы. Своего рода госпрограмма лояльности за все время существования показала отличные результаты. А это значит, велика вероятность закрепления ее на постоянной основе в торговых сетях. Для белорусов это хороший знак. Такая забота государства помогает жителям республики спокойно жить и не переживать о завтрашнем дне. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.